Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. Думаешь, им можно верить? У нас нет выбора. Ты как? Я замерзла. Зайдем в дом и сразу согреешься. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Тебе надо поспать. Отдохнешь как следует, и завтра пойдем дальше. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Может, они просто боятся. Люди всегда боятся того, чего не знают. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Я не знаю. Правда, не знаю. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом встанешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Засыпай, Алиса. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи. И завтра станешь сильнее меня.
Я с ней побуду. А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, девиант и ребенок. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Почему вы помогаете? Люди чаще нас ненавидят. Было время, когда и к моим сородичам относились как к скоту. Нередко выживали только те из нас, кому помогали добрые люди. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу, помогите нам. Скорее подойди! Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Оставим их. Алиса? Что ты делаешь? Тебе надо спать? Я не хочу спать. Ничего. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да, в порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам.
Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет! Я больше терпеть не стану. Ты пустишь жизнь псу под хвост ради этих машин? Они не машины! Они живые! Я живой! Ты живая! А они... Они роботы! И ты бы этого не делала, был бы папа с нами! А ну не смей говорить со мной в таком тоне! Я не пойду в тюрьму за то, что ты с ними возишься! Замолчи сейчас же! Все, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго. Вся страна пребывает в шоке после нападения андроидов на Детройтскую телебашню. Машины пустили в эфир видеообращение, содержащее ни много ни мало требования андроидов ко всему человечеству. Пока не ясно, идет ли речь о каком-то программном сбое или за этим стоит какая-то организация. Пока в Киберлайф не дают комментариев, но мы надеемся узнать больше в ближайшие... Полиция! Это полиция! Что нам делать? Они знают, что мы дома. Надо открывать! Я знал, что этим кончится. Я же знал! Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь. Наверху. Идем, Алиса. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. В доме еще кто-то есть?
Там еще моя дочь. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. Спасибо. Кажется, ваша дочка проснулась. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам? Эти андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я ничего не видел. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. В доме еще кто-то есть? Да это так, стиральная машина. Она у нас старенькая, очень гремит. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока, Адам. Уехал. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Это Роуз. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня.